Группа Е4 опережает сроки строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива в Красноярском крае. Сухое хранилище – наиболее безопасный способ утилизации отработанного ядерного топлива. Проект, который реализует группа Е4 в городе Железногорске Красноярского края, рассчитан на 38 тысяч тонн такого топлива. Стоимость контракта по сооружению этого объекта составляет 10 миллиардов рублей. Строительство хранилища закончится в 2015 году. Проект уникален и сложен, аналогов ему в мире нет. Но, несмотря на это, группа готова сдать в первую очередь комплекс уже в этом году, что раньше запланированных сроков. Е4 в тяжелейших условиях конкурса выиграла конкурс на сухое хранилище. И надо отдать должное, что даже у нас были большие сомнения, что они справятся, потому что они забирали его в таком провальном состоянии, отставание большое было. И у нас ключевая задача стояла, мы должны по ФЦП закончить сухое хранилище до конца декабря этого года. И вот, собственно, принципиально, что у компании получилось нагнать сроки, и мы выходим даже с некоторым запасом. Проект, который реализует группа Е4 на территории Железногорска по строительству хранилища отработанного ядерного топлива, подразумевает применение принципиально новых технологий сухого хранения топлива, отработавшего свой срок и свою службу на атомных электростанциях капсульного типа. Уровень радиационной безопасности, который он должен обеспечить, не имеет на сегодняшний день аналогов в мире.